на одного з замечательного участника нашего проекта Адиль Федоров. Я тоже, я всем выражаю великую благодарность, кто помог мне выпустить этот диск, записать со мной вот эти все произведения, которые мы сейчас иллюстрируем, можно сказать, озвучиваем. И хочу сказать, что Адиль Владимирович не только прекрасный музыкант, но он отзывчивый человек, и он тоже энтузиаст своего дела, и он с удовольствием соглашается поиграть сольно, и не только чистую классику вы услышите наши кабаретные песни. Я думаю, вам станет это интересно уже во втором отделении. И также свое творчество он передает по наследству, то есть он является профессором Санкт-Петербургской консерватории. Прозвучит ария Моцарта из оперы «Милосердие Тита» «Парто Парто». Это ария молодого человека, которого зовут Секст. Пожалуйста, не путайте с другим словом, это я на конце. И этот молодой человек уезжает на войну, как полагается, и поет о том, что я уезжаю, но в моем сердце один только взгляд, и ты, твой образ встает перед моими глазами. Oh!
не только с роялем, вообще, в принципе, с оркестром. Вот оперные арии очень хорошо петь с оркестром. Совершенно другое ощущение. И особенно хорошо их петь на Западе, честно вам скажу. Вот западные арии хорошо петь на Западе, потому что там очень тонко аккомпанируют и не заглушают. И спасибо отдельно, что, так скажем, вы были сегодня моим оркестром вместе с солистой. И это здорово, когда можно соревноваться вот с настоящим инструментом. Как известно, больше соревнуются с флейтами, конечно, но это дело сопрано. Ну вот нам выпало посостязаться с вами, так что спасибо. Сейчас мы продолжим наше соревнование и